Уважаемые дамы и господа, доброе утро. Рада вас приветствовать. Рада приветствовать всех участников традиционной отраслевой конференции Федерального агентства морского и речного транспорта, которая проходит в рамках 16-го форума «Транспорт России». Тема нашей сегодняшней конференции – «Водный транспорт в новых условиях. Взгляд за горизонт». Я рада, что у нас есть возможность так регулярно встречаться и говорить об условиях развития отрасли. Сегодня поговорим о том, как изменился вектор развития в новых реалиях. И здесь нужно сказать, что реалии у нас переходят, обновление реалий переходит уже в режим сверхскоростей. Наверное, когда мы встречались год назад, ни у кого и мысли не было о том, как могут измениться обстоятельства и условия для развития морского и речного транспорта. Дамы и господа, традиционно с приветствием к участникам дискуссии Росморречфлота обращается помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин. Сегодня, к сожалению, он не смог принять личное участие, потому зачитать приветственное слово от имени Игоря Евгеньевича я попрошу заместителя министра транспорта Российской Федерации Александра Ивановича Пушева. Александр Иванович, прошу вас, поприветствуем. Доброе утро, уважаемые коллеги. Приветствую Игоря Евгеньевича Левитина. Рад приветствовать вас на отраслевой конференции Росморречфлота, посвященной вопросам развития водного транспорта в новых условиях. Сегодня, как и вчера, морской транспорт обеспечивает более 80% оборота мировой торговли, но доля отечественного торгового флота на рынке международных транспортных услуг по-прежнему требует увеличения. С учетом новых экономических условий идет переориентация основных внешнеторговых грузопотоков из Европы на Ближний Восток и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Безусловно, верно, что в этой связи государство и отраслевое сообщество ведут активную работу по развитию международных транспортных коридоров. На сегодняшний день основные задачи развития инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта определены транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с перспективой до 2035 года. В развитии транспортного комплекса крайне важным являются вопросы налаживания удобных логистических маршрутов с дружественными странами, создания необходимого торгового флота, недостаток которого уже заметно сказывается на экономике страны в целом, и долгожданное повышение удельного веса речного транспорта в перевозках. Уверен, что результаты сегодняшнего обсуждения способствуют эффективному решению экономических задач в интересах нашей страны. Желаю плодотворной работы всем участникам конференции. Помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин. Я благодарю вас, Александр Иванович, и прошу занять ваше место в президиуме. А мы приглашаем на сцену участников нашей сессии «Водный транспорт в новых условиях. Взгляд за горизонт». И я прошу занять место в президиуме Афанасьева Дениса Александровича, вице-губернатора Астраханской области. Приветствуем. Также приглашаю наших участников. Владимир Панов, специальный представитель группы компании «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики. Захарий Джиоев, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта. Игорь Танковидов, председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот». Борис Кабаков, директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России. Ришат Багаудинов, генеральный директор компании «Водоход». Итак, уважаемые участники, еще раз позвольте вас поприветствовать, поблагодарить за участие в нашей дискуссии. Я напоминаю, что конференция у нас длится всего 1 час 30 минут, поэтому прошу быть в регламенте и придерживаться регламента. На выступление отводится порядка 10 минут. Александр Иванович, я прошу вас начать нашу дискуссию, открыть нашу сессию. Я думаю, что ваше выступление и ваш доклад будет опорным во многом для развития нашего дальнейшего разговора. Прошу вас. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Коллеги, приветствую вас уже от себя на нашей традиционной отраслевой конференции. Ровно год назад, в ноябре 2021 года, правительством Российской Федерации была принята действующая транспортная стратегия. Как
показало время, этот документ был принят очень своевременно, потому что он позволил нам оперативно отреагировать на те вызовы, которые мы получили в результате введенных санкций против нашей страны. В долгосрочных целях развития транспортной стратегии приоритетом были обозначены развитие мультимодальных логистических технологий и повышение пространственной связности и транспортной доступности территории. Это позволило нам оперативно отреагировать на стремительно меняющуюся обстановку. С 14 марта текущего года в Минтрансе работает межведомственная рабочая группа по морским логистическим маршрутам международного сообщения. Основная цель рабочей группы, если говорить коротко, переориентация грузопотоков. Благодаря проведенной работе в рамках рабочей группы в Азовско-Черноморском бассейне вместо предполагающегося падения отмечается прирост грузопотока на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Открыты новые сервисы по маршрутам Новороссийск-Стамбул. На данном направлении уже проходит увеличение типоразмеров судов. Если в апреле-мае мы использовали суда грузовместимостью 120 теусов, сейчас уже с июля-августа используются суда до 1100 теусов. Отработаны маршруты в направлении Китая, Вьетнама, Индонезии, Бангладеш и Пакистана. Функционируют новые стыковки в портах Индонезии и Бангладеш на маршрутах из Китая, морской порт Новороссийск. Запущен сервис на Саудовскую Аравию, порт Джидда. Ведется работа по выстраиванию эффективного паромного сообщения между морскими портами Российской Федерации и Турецкой Республики. В направлении порта Кавказ в 2022 году открыты две дополнительные линии с портом Карасу в Турции. Продолжает работу линия на Самсун. Также паромы работают в сообщении с портом Самсун из Темрюка, Новороссийской Туапсе. В среднем месяц на паромах перевозят порядка 2000 единиц накатной техники. В связи с временным закрытием прохода судов под Крымским мостом, Минтранс России для сохранения организованных грузопотоков совместно с операторами морских терминалов и судовладельцами проводит работу по переводу паромов на порты Новороссийск и Туапсе. На Дальнем Востоке грузооборот портов за 10 месяцев в целом также вырос, а по контейнерным грузам прирост составил более 17%. В связи с прекращением сервиса линейных контейнерных операторов Яннин и Эвагрин, Майерс, Комиссии, CMS и GM произошло замещение судами альтернативных перевозчиков меньших размерений, но их количество увеличилось. В настоящее время осуществляются перевозки между морскими портами Владивостока, морскими портами Вьетнама и Китая. В результате возрастающего грузопотока в настоящее время мы наблюдаем на морских терминалах Дальнего Востока накопление контейнеров значительно выше нормы технологического накопления. Прямо сейчас мы ведем работу с коллегами из РЖД по решению данной проблемы. В связи с логистическими ограничениями на данном направлении грузоперевозчики приступили к переориентации части грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона на Новороссийск и Санкт-Петербург. В настоящее время на маршруте Индия-Санкт-Петербург работает две линии, и на маршруте Китай-Санкт-Петербург одна линия. Уход крупных контейнерных перевозчиков из России привел к существенному падению грузооборота морских портов северо-западного бассейна. Грузооборот, поставленный сегодня, уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перед портами бассейна стоит задача компенсировать выпадающий объем грузов, прежде всего контейнерных, за счет увеличения перевалки навалочных и генеральных грузов, переориентации отечественных внешнеторговых грузов из портов сопредельных государств. Успешно решена задача обеспечения транспортной доступности Калининградской области в условиях тех ограничений, которые ввели недружественные страны. Количество судов, работающих для снабжения Калининграда, увеличилось с 3 на март текущего года до 15 единиц сегодня, и к концу ноября на маршруте уже будет работать 18 судов. Также увеличивается роль международного транспортного коридора «Север-Юг». В прошлом году объем перевозок по нему составил порядка 14 миллионов тонн. Основной объем приходился на генеральные грузы и продукцию агропромышленного комплекса, прежде всего зерно. Под 11 Минтрансовыми предприятиями совместно с частными инвесторами ведется активная работа по модернизации гидротехнических сооружений в интересах развития портов Астрахань, Аля, Махачкала. Отдельно отмечу, что в ГУП «Росморпорт» осуществляет работы по одноуглублению Волго-Каспийского морского судоходного канала. В 2022 году запланированы работы для обеспечения стабильного прохода судов с осадкой 4,2 метра.
В 2023 году запланировано углубление в объеме от 12 до 14 миллионов кубов, что даст возможность проводить суда с осадкой 4,5 метра. На территории портовой особой экономической зоны «Лотос» проектируется портовый логистический комплекс «Каспий» мощностью 3,3 миллиона тонн для перевалки контейнерных, генеральных и зерновых грузов. В Махачкале планируется строительство зернового терминала мощностью 1,5 миллиона тонн. Нельзя забывать о Северном морском пути, который предстоит взять на себя значительную часть перевозок морским транспортом. По итогам навигации прошлого года, в которой Северного морского пути перевезено почти 35 миллионов тонн груза, в этом году положительная динамика сохранится. Основная задача данного направления – это продолжать реализацию уже начатых портовых инфраструктурных проектов, развивать инфраструктуру обеспечения безопасности мореплавания, создавать собственный транспортный флот ледового класса. Мой коллега Владимир Александрович Панов об этом расскажет более подробно. Говоря о перспективах развития внутреннего водного транспорта, можно отметить, что, несмотря на упомянутые сложности, в 2022 году мы демонстрируем рост объема грузопассажироперевозок. Так, на период январь-сентябрь грузов было перевезено на 7% больше аналогичного периода прошлого года, пассажиров на 5% больше. Лидеры роста – это администрации бассейнов внутренних водных путей «Волга-Балт» 68%, «Енисейский» 20%, «Северодвинский» 23%. Продолжается проект увеличения пропускной способности на внутренних водных путях, запланировано улучшение качественных параметров судовых ходов. Эти мероприятия позволят устранить до 2030 года лимитирующие участки на 17 тысяч километров, что в свою очередь приведет к увеличению объема перевоза грузов до 184 миллионов тонн, пассажиров до 19 миллионов человек. Все эти цифры у нас прописаны в транспортной стратегии, мы будем их достигать. Если коротко говорить о флоте, то по оценкам Минтранса России наиболее острая потребность существует в трех категориях судов. Это сухогрузы размерности «Хандисайз Панамакс» и контейнеровозы грузоподъемности до 3000 тевусов. Также имеется существенная недостаточность, несмотря на наличие собственного флота, наливного флота. На внутреннем водном транспорте требуется строительство технического флота. Потребности исчисляются сотнями судов. В настоящий момент ведется работа по увеличению возможностей наших судостроительных предприятий и возможности приобретения российскими бенефициарами уже готового флота за рубежом. В заключение хотелось бы отметить, что в сложившихся неблагоприятных условиях отрасль продолжает развиваться, реализуется проект развития инфраструктуры, объемы грузооборота через морские порты сохраняются на уровне прошлого года, продолжается работа по строительству судов. Закончу тем, с чего начал. Все транспортные возможности заложены в нашей транспортной стратегии. Наша задача – правильно расставить приоритеты по ее исполнению. А итог отраслевой конференции попрошу Ирину Владимировну дать возможность подвести Захарию Теннадьевичу Джиоеву, ведь ему предстоит исполнять львиную долю всех тех планов, которые мы будем исполнять. Спасибо. Спасибо большое, Александр Иванович. Несмотря на изобретательность наших противников, которые выискивают наши слабые места и стараются по ним их больнее задеть, отрасль продолжает развиваться, и практика показывает, поскольку мы уже не первый год живем в режиме санкций и ограничений, практика показывает, что чем прочнее система и одновременно чем она гибче и способна реагировать на новые вызовы оперативно, тем проще достичь поставленных целей. Какие направления вы считаете наиболее приоритетными на ближайшие 10 лет? Направления, которые были обозначены в том числе в докладе Александра Ивановича Пашиваева. Я предлагаю ответить на этот вопрос голосованием и прошу вывести вопрос на экран и озвучу варианты ответов. Так, какие направления вы считаете наиболее приоритетными на ближайшие 10 лет? Развитие международных транспортных коридоров, усиление группировки российского флота, Северный морской путь как транзитный маршрут, повышение роли внутренних водных путей в транспортно-экономическом балансе, автономное судовождение и новые технологии, импортозамещение в судостроении. Я прошу вас проголосовать. Инструкция по голосованию тоже на ваших экранах. Голосуем с помощью QR-кода. И после, да, и вот мы уже видим результаты голосования. Импортозамещение в судостроении
Нет, меняются результаты. Давайте дождемся финального голосования. Мы можем уже озвучить результаты этого голосования. Итак, повышение роли внутренних водных путей в транспортно-экономическом балансе. Импортозамещение в судостроении, усиление группировки российского флота, развитие международных транспортных коридоров, Северный морской путь как транзитный маршрут, автономное судовождение и новые технологии. Видим, как меняются результаты. Я бы проголосовала за все 6 пунктов. Александр Иванович, а вы? Или не подсказываете? Уже можно говорить? Ну, можно говорить, пока идут вот результаты, мы видим, как они меняются. Да. Я скажу все-таки за развитие международных транспортных коридоров. Подсказали, Александр Иванович. Ну, это вот вы меня спросили, коллеги уже проголосовали. Да, хорошо. Хорошо. Кстати, этот же вопрос я задам всем участникам нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, вы тоже можете проголосовать, уважаемый член Президиума, и также потом прокомментировать свой выбор. Захарий Тенгизович, ну пока считаем, давайте и вы подскажите тогда уже, как бы вы проголосовали. Я бы тоже проголосовал бы, доброе утро, уважаемые коллеги, тоже за все, но жизнь показывает, что все направления сразу бывает сложно охватить. Поэтому, ну для меня, когда, наверное, я буду подводить итоги, я там оценку свою дам, но для меня, например, вот уже сейчас несколько неожиданным является результат, что внутренние водные пути лидируют в этом голосовании. Это было пока. Давайте посмотрим. Коллеги уже готовы вывести нам финальные результаты голосования на экран. Я прошу вас. Да, вы знаете, вы не ошиблись. Повышение роли внутренних водных путей в транспортно-экономическом балансе, так считают почти 41% участников голосования. Импортозамещение в судостроении 34%, я буду округлять. Усиление группировки российского флота почти 29%. Развитие международных транспортных коридоров 27%. Северный морской путь как транзитный маршрут, так считают 19% проголосовавших, и автономное судовождение и новые технологии 10%. Ну что ж, вот такие результаты голосования, я попрошу их учитывать в том числе и, наверное, в выступлениях наших уважаемых членов Президиума. А сейчас я хочу передать слово вице-губернатору Астраханской области Денису Александровичу Афанасьеву. Сложившаяся ситуация открывает и для нас очень важные новые перспективы для развития транспортного коридора «Север-Юг». Это выстраивание логистики с Ираном, Индией и странами Персидского залива, страны, которые мы не считаем недружественными, это дружественные нам страны, и, конечно, сотрудничество с ними очень важно в сложившихся условиях и перспективно. Расскажите, пожалуйста, о том, как регион участвует в решении этой задачи. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, доброе утро. Всех рад приветствовать на очередной конференции «Росмурвичлота». У нас действительно такая амбициозная задача. Страна столкнулась с серьезной проблемой блокады традиционных маршрутов товарооборота и пассажиропотока. И в этой связи трудно переоценить те потенциальные возможности, которые открываются нам на водных путях. Как известно, Россия омывает 12 морей 3 океанов, но я бы хотел сегодня очередной раз заострить внимание на потенциале, который открывает 13-е внутреннее Каспийское море. Если подходить к этой теме в исторической перспективе, назвать новым транспортный коридор по Каспию можно лишь с известной долей условности. 10 тысячелетиями проходили оживленные транспортные маршруты, связывающие страны Юго-Восточной и Центральной Азии с Европой. Но сегодня это направление приобретает особое значение. Проекту международного транспортного коридора «Север-Юг» уже 20, более 20 лет. Однако все это время бытовало мнение, что создание новых транспортно-логистических мощностей на вдвое более коротком маршруте – это необоснованные затраты. Безусловно, сказывалась и конкурентная борьба со стороны бенефициаров уже действующих маршрутов вокруг всего континента. Если говорить о направлении в целом, то в прошлом, 2021 году, объем перевозок по коридору составил около 14 миллионов тонн. Большую часть грузов
перевозится по западной ветке коридора через территорию Азербайджана. При этом по транскаспийскому маршруту проходит около 20% грузопотока. Восточная ветка маршрута коридора практически на сегодняшний день не используется. По оценкам экспертов, потенциальная грузовая база к 2030 году может увеличиться вдвое при динамичном развитии коридора. Напомню, что изначально инициаторами проекта были лидеры России, Индии и Ирана. Сегодня большой интерес к нему проявляют и другие страны Азии. России удалось заручиться поддержкой всех основных фигурантов международного транспортного коридора «Север-Юг». Сегодня мы видим не просто заинтересованность в развитии грузоперевозок, а конкретные действия, инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, намерение развивать этот коридор и, несмотря на санкции, преодолевать имеющиеся барьеры. В силу своего географического положения стратегически важным транспортным узлом коридора является наша Астраханская область. Маршрут по Волге и Каспийскому морю – это кратчайший, удобный, безопасный путь, связывающий Европу, европейскую часть Российской Федерации с государствами Средней Азии, Индии, Пакистаном, странами бассейна Индийского океана. В нашей области имеется развитая портовая инфраструктура. Это Астраханский консолидированный порт, включает в себя 12 грузовых терминалов и расположен в черте областного центра, а также морской торговый порт Аля на 100 км южнее Астрахани в направлении Каспийского моря. Порты Астрахань и Аля открыты для захода судов под иностранным флагом. Порты работают круглосуточно. В период зимней навигации осуществляется ледокольная проводка судов. В эту зиму проводка будет осуществляться тремя ледоколами, которые полностью готовы к зимней навигации. Астраханская область активно участвует в работе по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг». Наш регион является одним из инициаторов разработки комплекса мер по развитию транзитного потенциала коридора. Известные геополитические события сказались на снижении объемов перевалки грузов через астраханские порты в первой половине текущего года. Тем более показательно, что в течение третьего квартала удалось значительно увеличить загрузку наших мощностей. И по итогам 9 месяцев мы вышли на показатели прошлого года. Объем перевалки за период январь-сентябрь составил 2 100 000 тонн. При этом перевалка контейнеров за текущие 9 месяцев выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составила 58 тысяч тонн. В частности, почти в два раза увеличилась перевалка цемента, химических изделий и удобрений, почти в четыре раза перевалка бумаги. Возобновились перевозки металла. По оперативным данным, за 10 месяцев текущего года темп роста грузооборота через наши порты вырос до 106%. В этой связи еще более актуальным становится формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры на территории региона. В части необходимости ускоренной модернизации Астраханского водно-транспортного узла. Ключевым звеном в российской части МТК «Север-Юг», на наш взгляд, станет портовая особая экономическая зона. Постановление о создании в Астраханской области портовой зоны и Каспийского кластера было подписано премьер-министром России Михаилом Владимировичем Мишустиным в 2020 году. В настоящее время завершаются работы по формированию территории в рамках первого этапа проекта. Он предполагает обустройство морского терминала, предназначенного для перевалки 20-футовых и 40-футовых контейнеров, генеральных грузов открытого и крытого хранения, растительных масел, зерновых культур, а также прочих товарных позиций на территории, прилегающей к действующим причалам морского порта Аля. Завершение строительства в первую очередь портовой особой экономической зоны планируется к концу 2023 года. Выделено финансирование из федерального бюджета на строительство объектов инфраструктуры в объеме 2,5 миллиардов рублей. Завершение первого этапа позволит увеличить к концу 2024 года грузооборот в порт Аля на 3 300 000 тонн. В августе 2021 года в портовой особой экономической зоне зарегистрирован якорный резидент, который обеспечит оснащение зоны портовым перегрузочным и складским оборудованием за счет частных инвестиций. В рамках проекта запланировано строительство современных судов-контейнеровозов. Строительство нового флота астраханскими судостроительными предприятиями является приоритетным направлением экономического развития нашего региона. Спасибо большое. Минпромторг России поддержал начало реализации строительства серии из 4 контейнеровозов по программе лизинга на астраханских верфях. Контракт планируется заключить до конца текущего года. Это будет новый проект, разработанный Объединенной судостроительной корпорацией с учетом спецификации и специфики вообще Каспийского моря и внутренних водных путей. Кроме того, в регионе функционирует промышленно-производственная особая экономическая зона «Лотос». Каспийский кластер обеспечивает синергетический эффект двух зон.
Располагающееся здесь предприятие обеспечит своей продукцией дополнительный грузовой поток международному транспортному коридору. Пользуясь случаем, еще раз подчеркну, что для наращивания товарооборота требуется серьезная модернизация Волго-Каспийского морского судоходного канала. Александр Иванович обозначил базовые параметры, которые уже выполняются Росморпортом. Мы знаем, что по этому поводу есть особое поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Канал является единственной водной артерией, соединяющей Каспийское море и внутренние водные пути страны. Состояние канала определяет перспективы развития важнейших направлений, имеющих решающее значение для России. Это не только развитие МТК «Север-Юг», но и развитие портовой особой экономической зоны, освоение нефтяных месторождений Каспийского моря, развитие судоходства и судоходных путей в целом. В этом вопросе мы заручились поддержкой Минтранса и Росморвичфлота. Спасибо огромное нашим коллегам. В канале уже проводятся дноуглубительные работы. Планируется, что до конца 2023 года проходная осадка увеличится до 4,5 метров, так необходимым для полноценного судоходства на Волго-Каспийском канале. Проведение такой реконструкции позволит судам с большей вместимостью груза заходить в порт и увеличивать грузопоток. На сегодняшний день уже объем выполненных работ составил около 4 миллионов кубических метров по дноуглублению. С целью безусловного выполнения запланированного объема работ руководством Росморвичфлота принято решение о передаче земснаряда, построенного на Астраханском заводе «Лотос», в оперативное управление астраханского филиала Росморпорта. 5 июля состоялся его спуск на воду. Кроме того, в ближайшей перспективе ожидается передислокация в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала земснарядов из других водных бассейнов. Я думаю, об этом Захар Тенгизович в своем сообщении, может быть, немножко коснется более подробно, не буду отнимать, как говорится, хлеб. В целях комплексного развития волжских регионов и эффективного продвижения продукции субъектов Российской Федерации на рынке стран Центральной и Юго-Восточной Азии по МТК «Север-Юг» создана рабочая группа по программе «Великий Волжский путь». Это как раз может быть такое развитие темы, которое показало наше голосование о том, что аудитория одним из приоритетов выявляет это использование, более активное использование внутренних водных путей Российской Федерации. С инициативой разработки такой программы губернатор Астраханской области обратился к президенту России Владимиру Владимировичу ровно год назад. Президент данную инициативу поддержал, поскольку задачи, которые призваны решить рабочая группа, напрямую влияют на эффективность социально-экономического развития всех регионов, расположенных на Волге. Проект «Великий Волжский путь» направлен на разработку комплексной программы гармоничного развития этих регионов, в том числе модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие туристического потенциала и межрегиональных маршрутов, улучшение экологической ситуации в бассейне Волги. В том числе речь идет о реализации транспортного потенциала этих территорий и об их интеграции в международный транспортный коридор «Север-Юг». Уже состоялось 2 заседания рабочей группы, поступило более 150 предложений. В том числе это организовать развитие транспортно-логистических центров в формате грузовых терминалов на участке пересечения с Волгой наиболее напряженных железнодорожных и автомобильных грузопотоков, продолжить развитие льготного лизинга транспортных, пассажирских, круизных судов и дноуглубительного флота, включить в программу мероприятий по дноуглублению, дноочищению и берегоукреплению, организовать комплексное обследование текущего состояния причальных сооружений, включить в программу мероприятия, связанные с улучшением экологического состояния Волги в рамках формируемого единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов Российской Федерации на 2025-30 годы. Также предложено организовать строительство автомобильных и железнодорожных подъездов к портам, к речным и морским вокзалам с организацией разъездов и стыковку их с федеральными автомобильными трассами. Для сохранения биоразнообразия и увеличения запасов водных биологических ресурсов бассейна Волги предлагается учесть в программе мероприятия, касающиеся создания условий сохранения их естественной среды обитания, в том числе по контролю сброса воды и вылова рыбы в период нереста. Помимо этого, предложено включить в программу мероприятия по созданию единого оператора МТК «Север-Юг», единого межрегионального оператора пассажирских, в том числе туристических перевозок по Волге и Каспийскому морю, единого координационного центра туризма и путешествий программы «Великий Волжский путь». Активно обсуждается программа мероприятий по развитию морского, круизного и яхтенного туризма, обустройство существующей, строительство новой морской туристической инфраструктуры в Астрахани, Махачкале и Дербенте. В этой связи правительством Российской Федерации создан координационный орган для обсуждения межведомственных вопросов
по комплексному развитию регионов Волжского бассейна как единой геостратегической территории Великий Волжский путь под председательством первого вице-премьера Андрея Ремовича Белоусова. Принятое решение позволит рассчитывать, что координация межведомственного общения будет осуществляться на самом высоком уровне в правительстве Российской Федерации. Подводя итоги своего выступления, хочу подчеркнуть необходимость безусловного выполнения поручений президента Российской Федерации по комплексному развитию НТК «Север-Юг». На наш взгляд, необходимо начать полноценную реализацию программы строительства всех типов судов, в том числе, конечно же, серии земснарядов, контейнеровозов по отечественным проектам, которые на сегодняшний день имеются. Для этого есть возможность реализации этих проектов на астраханских верфях. Проделанная работа позволит обеспечить конкурентоспособность транскаспийского морского маршрута, обеспечить его интеграцию через внутренние водные пути с регионами Волжского бассейна, Азово-Черноморским и Северо-Западным бассейном, а также гарантировать политическую независимость нашей страны в части доставки грузов. Уверен, что совместными усилиями нам, конечно же, удастся достигнуть поставленных целей. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, Денис Александрович. Очень коротко скажите, пожалуйста, за какой пункт вы голосовали? Судя по вашему выступлению, Я, наверное, это импортозамещение. Александр Иванович голосовал за международные транспортные коридоры и за, конечно же, импортозамещение поставил бы, если была возможность еще вторую кнопочку нажать. Спасибо большое. Существенные изменения произошли в развитии логистических цепочек в направлении Восток-Запад, и об этом я попрошу рассказать директора группы компаний «Дело», прибывшего Владимира Александровича, и пригласить его сюда, пожалуйста, к нам на трибуну для вашего выступления. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Традиционно Восток-Запад – это сухопутный маршрут, и, казалось бы, какое имеет он отношение к морским перевозкам и к взгляду за горизонт водных морских перевозок. И я постараюсь на этот вопрос за ближайшие 5 минут ответить. Можно следующий слайд, пожалуйста? Да, и когда мы говорим о развитии любых международных транспортных коридоров, важно понимать, что каждый из них решает собственную задачу, каждый из них сфокусирован на определенный грузопоток, и в общем и целом невозможно рассматривать любой из транспортных коридоров как самостоятельную и обособленную систему. Всегда нужно смотреть их все вместе как инструмент, обеспечивающий торговлю России либо торговлю международных государств. И на этом слайде мы постарались изобразить торговлю международную Российской Федерации с ключевыми странами и грузопотоки по ключевым коридорам. И, собственно, из самой схемы, из самого рисунка, что видно и какие можно сделать выводы. Это ситуация на 2021 год, и на завершающем слайде я покажу наш прогноз по тому, как она будет дальше развиваться и какие в связи с этим будут предложения. Отсюда видно, что там более 70% российской торговли связано со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Китаем, Вьетнамом, Индонезией, даже Южной Кореей и Японией. Порядка 10% связано с странами Восточного Средиземноморья, это Турция, Египет, Израиль и еще порядка 5-7% связано с Индийским полуостровом, Пакистаном и вот этим вот регионом. Почему я говорю об этом? И Восток-Запад, и Север-Юг, и Южный морской, и Северный путь, уже повторяюсь очередной раз, это коридоры, обеспечивающие и поддерживающие торговлю российских грузов. Причем группа компаний «Дело» занимается традиционно
перевозками и организацией перевозок контейнерных грузов, то есть это грузы с высокой добавленной стоимостью, это наш сложный экспорт, это, ну, по большому счету, будущее страны с точки зрения и повышения ВВП и развития промышленности, формирования внутреннего заказа. И Александр Иванович, и коллеги уже говорили, что сложности, которые возникли по результатам действий наших геополитических партнеров, привели к тому, что текущая инфраструктура и ее готовность, текущий баланс всех наших портов, бассейнов, он нарушился, и мы попали в состояние шторма, когда порядка 40% мощностей нашей портовой инфраструктуры с одной стороны стало незадействовано, а с другой стороны на Азово-Черноморском бассейне в Дальнем Востоке она не готова принять. И если говорить про контейнерную логистику, мгновенно понадобилось порядка 600 тысяч теусов. Я прежде всего говорю про экспорт как ядро нашей экономики. Переориентировать. И переориентировать не только контейнерные грузы, переориентировать насыпные грузы, рудные грузы, уголь там, и так далее. И все это привело к тому, что действительно наша инфраструктура и ее мощности были утилизированы полностью. И те направления развития транспортных коридоров, экспорта транспортных услуг, на которые был сфокусирован проект «Восток-Запад». Я напомню, это на схеме красным цветом он изображен. Это коридор из Восточной Азии в Европу по перевозке транзитных грузов в обоих направлениях. Мощности этого коридора резко стали востребованы потребностями непосредственно самой Российской Федерации, импортом-экспортом, и можно сказать, что успешно раскатанный коридор за прошедшее десятилетие резко стал, ну, в кавычках я назову это, закатываться, потому что нам не хватает его мощностей для собственных задач. И стоит вопрос, а что в связи с этим делать, какие прогнозы? И так. Ага. И что с этим можно делать? Как я говорил, и РЖД, и Министерство транспорта активно работают над тем, чтобы инфраструктура быстро развивалась, быстро расширялась, и мы восполняли сложности и дефициты в провозной способности. Видим, что на горизонте 2-3 лет те проекты, которые задуманы, которые сейчас реализовываются, они действительно дадут эффект, но важно смотреть не только завтра, но и послезавтра за горизонт. И вернуться снова к рассмотрению системы международных транспортных коридоров. И что мы видим на текущем этапе, и какие с нашей стороны есть предложения. Как я говорил, перевозки, логистика, транспорт, есть продолжение и есть партнер, главный партнер российской торговли. И это означает, что планируя свое развитие, нам нужно понимать, куда эта торговля будет двигаться, куда развиваться, какими темпами. И наш прогноз, он примерно следующий. То, что там за ближайшие 3-4-5 лет активный разворот на восток усилит и увеличит объемы в Китай, в Юго-Восточную Азию порядка 40%. Мы на Ближний Восток, Восточное Средиземноморье примерно на 20% вырастем, в Индию, в страны Персидского залива подрастем тоже порядка 50%. И очевидно, что существующая система инфраструктуры, флота, транспортных коридоров, она даже с учетом выполняемых программ и реализуемых программ, она требует большей мощности и
мы видим следующее. Традиционно и в транспортной стратегии, и в других документах Южный морской путь всегда воспринимался как конкурирующий тем существующим в основном сухопутным транспортным коридорам, которые есть в России. Северной ветке восточного коридора Восток-Запад, центральному, который через Казахстан частично проходит, коридору Север-Юг. Но объективно темпы и прогнозы по росту торговли, по потребности наших экспортеров в увеличении провозной способности, в снижении себестоимости перевозок однозначно требуют того, чтобы Южный морской путь был дополнен, был так же, как и другие направления, поставлен в приоритет. Для чего? Значимая часть экономики экспортной сосредоточена на Северо-Западе, и по себестоимости, и по транзитному времени, по другим параметрам выгодно возить через Суэц, выгодно возить через Южный морской путь. Тем более обозначена и издана недавно морская доктрина, декларация о транспортном, о технологическом суверенитете Российской Федерации, тем более создает дополнительные вводные, которые обосновывают постановку Южного морского пути в приоритет развития. И со своей стороны мы делали расчеты по обеспечению, по потребности флота, по потребности стивидорной инфраструктуры. И это, ну, так я рамочно обозначу, это очень в рамках российской торговли несущественные суммы. Порядка там, 3-4 миллиардов долларов. А на минуточку, объем торговли, который Южный морской путь для России может обеспечивать, он превышает там, 50-70 миллиардов долларов. То есть это не более там, 10% себестоимости ежегодно поставляемой продукции в целом. При этом, тоже Александр Иванович упоминал транспортную стратегию России, одним из элементов которых является опорная сеть транспортной инфраструктуры. При этом фокус в транспортной стратегии в основном делается на внутрироссийскую инфраструктуру, на сеть терминалов, на сеть, на связку с железными и автомобильными дорогами, транспортно-логистическими центрами и так далее. Вот. А для развития международной торговли мы считаем, что целесообразно подумать и предложить мероприятия, которые развивают мировую и международную опорную сеть транспортной инфраструктуры, которая в себя точно включает порты, то есть стивидорные активы, точно включает в себя флот, всю обеспечивающую инфраструктуру. Вот, в связи с чем мы в том числе готовы принимать активное участие. Спасибо. Благодарим вас. Спасибо большое, Владимир Александрович. Владимир Прибыш, группа компаний «Дело». Спасибо большое за ваше выступление. Об освоении Северного морского пути поговорим далее. Этот путь остается в приоритете. Освоение арктических территорий – это наше конкурентное преимущество и перспективное. Я попрошу об этом рассказать Владимира Александровича Панова, специального представителя группы компаний «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместителя председателя Государственной комиссии по развитию Арктики. Прошу вас. Спасибо, Эвелина. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я внимательно слушал Владимира Александровича и обратил внимание, что у него на основном слайде, если Южный морской путь и железнодорожный маршрут, они у него были выделены такими заметными, приоритетными красными линиями, то Северный морской путь был выделен пунктиром. Предположу, что с нашей стороны явно мало уделяется вопросу взаимодействия групп компаний «Дело», будем это исправлять, чтобы у них эта линия все-таки стала более четко прорисованной. Если говорить о арктической зоне Российской Федерации, то это практически 30% территории нашей страны. И то количество минерально-сырьевой базы, и фактически это уникальные ресурсы,
и те инвестиционные проекты, которые сейчас развиваются в Арктике, только подчеркивают огромный потенциал и важность арктической зоны. Но для развития Арктики необходимо решить три главных вопроса и три главные задачи. Первая часть, конечно, люди, то есть, которые принимают вызов в развитии Арктики. Второе – это энергетика, эффективная энергетика. И третье – это, конечно, логистика. Если посмотреть на сегодняшний день, уже можно прогнозировать результаты 2022 года по грузопотоку, мы можем уже говорить об уверенном росте именно российского грузопотока по Северному морскому пути. То есть мы видим, что эта цифра будет порядка 800 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом без учета транзита. Если смотреть горизонт по логистике где-то последние 5 лет, то мы однозначно настолько, скажем так, перешли на другой качественный уровень понимания арктической морской логистики, и это на самом деле передовая практика и передовые знания во всем мире. И этим не обладает ни одно государство, ни одна зарубежная компания. Игорь Васильевич очень хорошо помнит, как в 2020-2021 году совместно с Совкомфлотом, с «Новатэк» организовывали сверхранние и сверхпоздние экспериментальные рейсы в восточном направлении Северного морского пути. Это называлось действительно экспериментальные рейсы, что называется, проверять бортами. Сейчас уже мы говорим как о данности, что с 2024 года мы переходим на круглогодичную навигацию в восточном направлении. Если круглогодичная навигация в Арктике, она уже наступила в Карском море, в западном направлении, мы же тоже относимся это уже как к данности, как к ежедневной действительности, то восточное направление – это по-прежнему вызов, но мы же говорим это как задача, которая должна стать реализованной из 2024-2025 года. И что у нас на сегодняшний день уже в новых реалиях происходит по постановке задач по развитию Северного морского пути? В первую очередь, по поручению президента, по итогам апрельского совещания по развитию арктической зоны, была поставлена задача принять комплексный план по развитию Северного морского пути. При этом была поставлена задача, чтобы были подписаны со всеми основными грузоотправителями соглашения трехсторонние, которые бы фиксировали бы обязательства всех сторон. То есть, с одной стороны, это Миндарь Востока, правительство и Росатома по развитию необходимой инфраструктуры, соответственно, грузоотправители берут на себя обязательства по грузопотоку. Второе. Это план предусматривает как целевые показатели, так и источники и объемы финансирования. План был утвержден Михаилом Владимировичем 1 августа. Было утверждено 152 мероприятия, которые можно разделить на 5 принципиальных блоков. Первое, это, конечно, грузовая база. Все грузопотоки по Северному морскому пути, их можно разделить на 3 категории. Первое, конечно, то, что является драйвером развития арктического судоходства, это экспортные грузы. Дальше у нас идут каботажные грузы, что является важнейшей частью транспортной безопасности Российской Федерации, возможность эффективно и быстро перевести по Северному морскому пути. И третья категория – это транзитные перевозки. Развитие грузового ледокольного флота – это основа. Ледокольный флот у нас сейчас самый передовой в мире, и фундамент заложен на очень многие годы вперед. Мы сейчас имеем 6 атомных ледоколов в строю. Мы видим, что уже буквально в очень коротком горизонте и 7-й ледокол «Урал» проекта 4.2.0 к нам присоединится. Идет масштабнейшее строительство арктического грузового флота. Поэтому переход как раз вот на сегодняшний день на принципиально другую ступень развития арктического судоходства стало возможным благодаря строительству судов высокого арктического класса. И именно сейчас они являются главным ключом вместе с ледоколами к тому, что будет развиваться Северный морской путь. Отдельный блок идет, это транспортная инфраструктура, это портовая инфраструктура, железнодорожно-транспортные коридоры. И отдельно взят поработка именно развития речных транспортных коридоров в связке с Северным морским путем. Есть отдельные уже поручения Юрия Петровича Трутнева по этому вопросу. Мы сейчас сделали индикативные расчеты по перевозке угля через реки в сравнении с железнодорожным транспортом. И вот как раз обсуждали с Александром Ивановичем и Захарием Тенгизовичем о том, что это поручение сейчас будем совместно анализировать совместно с основными грузоотправителями. Конечно, уже важны задачи по дноуглублению. Безопасное судоходство – очень большой блок. Это и арктическая спутниковая группировка, и ледовые прогнозы, и аварийная спасательная инфраструктура, и непосредственно уже управление развитием Северного морского пути. План на сегодняшний день объединяет мероприятия объемом 1,8 триллиона рублей.
из которых уже на сегодняшний день 417 миллиардов подтверждены в различных госпрограммах и ФЕД-проектах. И 580 миллиардов – это дополнительные уже, которые выходят за горизонт до 2035 года, и порядка 700 миллиардов рублей – это внебюджетные деньги. Мы сделали отдельный расчет, как будет влиять развитие всех арктических проектов, которые будут обеспечивать перевозки по Северо-Морскому пути. До 2035 года индикативный объем ВВП – это порядка 31,5 триллиона рублей. И поступление всех налогов в различные уровни – это порядка 13 триллионов рублей. Развитие грузовой базы. Здесь как раз вот по карте сейчас видно, что практически весь Северный морской путь так или иначе уже имеет якорные проекты. Сейчас идет отдельно уже началась реализация важного проекта. Это Баимского ГОКа на Чукотке. Конечно же, важнейший проект, который в 2024 году должен дать порядка 30 миллионов тонн нефти, это проект компании «Роснефть». «Восток Ойл». И здесь еще, если видите цифрами, это вот на сегодняшний день та работа, которая ведется совместно с Министерством природы, еще потенциальные сырьевые центры, минеральные сырьевые центры, которые позволят еще больше увеличить грузопоток по Северо-Морскому пути. По арктическому грузовому флоту. На сегодняшний день наши расчеты показывают, что нужно порядка 132 судов к 2030 году. При этом 45 судов высокого арктического класса уже сейчас есть и работают на Северо-Морском пути, 35 строится. По 55 сейчас идет очень активная работа совместно с Минпромторгом. Борис Анатольевич, я предположу, отдельно может про это отметить, что это настоящий момент, сегодняшний день очень большой вызов и большая возможность для нашей страны, потому что заказ именно в арктическом судостроении, он исчисляется десятками судов и выходит далеко за триллион рублей. С точки зрения модели судоходства, как я уже говорил ранее, основная ключ сейчас к арктическому судоходству – это взаимодействие судов высокого арктического класса и ледоколов. К 2030 году мы видим, что восточный сектор Северного морского пути будет обеспечен 5 ледоколами с примерным расстоянием 500 миль. К 2035 году в рамках тех гипотез, которые мы обсуждали с грузоотправителями, судоходными компаниями, мы предполагаем, что это расстояние надо сокращать в цели как безопасности, так и эффективности, чтобы обеспечить коммерческую скорость в зимний и весенний период порядка 10 узлов. Нужно сокращать до 200 миль. Это потребует строительства и дополнительно еще 5 ледоколов. В этом году было принято решение правительством о строительстве еще 6 дополнительных ледоколов уже к 2030 году, чтобы обеспечить растущий грузопоток. Вопросы безопасности. Здесь я хотел отдельно поблагодарить Александра Ивановича за очень большую работу Министерства транспорта по обеспечению аварийно-спасательной готовности. В настоящий момент строится, можно уже говорить, 16 судов. Я предположу, что контрактация Захара Тенгизовича, по-моему, уже завершена. Вот, поэтому 16 судов уже постройки. Это новый аварийный спасательный флот. И еще 30 судов должно быть построено к 2030 году для того, чтобы обеспечить всю акваторию Северного морского пути, как западный сектор, так и восточный сектор. Со стороны МЧС также идет очень большая активная работа. Уже заказаны вертолетные звенья, которые должны обеспечить 4 новых аварийно-спасательных центра. По линии ФМБА также формируется новая медицинская инфраструктура, которая позволит обеспечить как в рамках аварийно-спасательных операций оперативную медицинскую помощь морякам, если она потребуется. И хотел отдельно остановиться по выполнению поручения по развитию каботажных перевозок. В этом году мы начали первые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга до Владивостока. Включены в соответствии с субсидией, которая представляется правительством Российской Федерации, порты Архангельск, Диксон, Певек. И в настоящий момент, если уже перейти к реальности, вот второй рейс, мы видим очень большой спрос на такие регулярные перевозки. Вот у нас Санкт-Петербург-Владивосток примерно загрузка судна составила вахтеровоза Северный морской путь там чуть больше 90%. Безусловно, еще очень много организационных вопросов и там принцип единого окна и так далее нужно еще решить. Но вот та задача именно по организации регулярных каботажных перевозок, она сейчас одна из наших главных. И я предположу, что в следующем году мы постараемся увеличить и количество рейсов, и, соответственно, возможно, привлечение большего количества судов для выполнения этой задачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Александрович. Скажите, пожалуйста, а сколько времени занимает путь судна из Петербурга во Владивосток?
Сколько это в днях, в сутках? Вы задаете вопрос, который и прост, и сложен. Потому что у нас на сегодняшний день, вот, например, второй рейс судна из Санкт-Петербурга дошло до Восточного. После этого там, соответственно, была погрузка-разгрузка. После этого она переходит в Владивосток. После этого заходит еще Петропавловск-Камчатский и, соответственно, возвращается уже в Санкт-Петербург, где разгружается. Поэтому в данном случае рассчитать просто движение по воде – это одна задача, а с учетом всех погрузок, разгрузок, не говоря уже об особенностях сейчас Дальнего Востока с точки зрения перегрузки портовых мощностей, о чем коллеги тоже говорили, что, к сожалению, это инфраструктура, правильного ответа не будет. Ну, то есть... Проектная мощность, может быть, вот если с разгрузками не тормозить, если все сделать очень быстро, то... как вот хотелось бы. Я предположу, что сейчас в зале сидят все профессионалы, угу. Вот. Понятно, что есть планируемые сроки, но я бы так сказал, что в случае с нашим вторым рейсом у нас стояла самая главная задача, чтобы лихтер УВОС, который начал свое движение в конце сентября, вернулся и прошел Северный морской путь без привлечения ледокола, то есть до наступления тяжелых ледовых условий. То есть пока мы в этом графике находимся. Это информация скорее для грузовладельца, да, когда он выбирает способ и видит преимущество передвижения тем или иным способом. Понятно, что для некоторых он может быть безальтернативным для некоторых грузов, но тем не менее. Я предположил, что у нас есть первый ключевой фактор, так как в данный момент правительство Российской Федерации приняло решение поддержать именно развитие регулярных перевозок и раскатку линий, создан специальный тариф, который позволяет, потому что вам для того, чтобы отправить, например, несколько контейнеров в Санкт-Петербург, Владивосток, у вас такой возможности практически нет. То есть вы вынуждены фартовать целое судно. Поэтому ту задачу, которая как раз сейчас была поставлена президентом и организована Миндальвостоком и Росатомом, что фактически есть судно, то есть вы имеете фиксированную ставку на контейнерную, или если вы перевозите негабаритный груз, это уже во фрахтовых единицах, она на сегодняшний день конкурентоспособна железной дорогой. То есть поэтому на сегодняшний день как раз задача показать эффективность этого маршрута. И учитывая те заявки, которые идут, мы, к сожалению, видим вот как раз сложности в организационных моментах, в первую очередь, с портовой инфраструктурой. То есть у нас очень часто есть груз, но в связи как раз с количеством времени, которое нужно провести погрузку, и учитывая там внутренний вопрос, вот я предположу, что вот этот вопрос мы в следующем году будем очень серьезно разбирать. Спасибо большое. Надеюсь присутствовать и услышать, как он решится. А среди санкции и ограничений, под которые попал судоходный бизнес, но там можно выделить несколько. Это в первую очередь запрет на фрахт флота под флагом Российской Федерации, это сложности со страхованием, ограничения, целый ряд ограничений для российских грузов. Как с этим справляться, расскажет Игорь Васильевич Тонковидов, генеральный директор ПАО «Совкомфлот». Пожалуйста, Игорь Васильевич. Спасибо, Елена Владимировна. Добрый день, коллеги. Ну, я тут, наверное, хотел бы рассказать не как справляться с какими-то моментами, вопросами, да, а как индустрии, с моей точки зрения, необходимо посмотреть системно на проблемы, возникшие в стабильности и устойчивости российской внешней торговли. Прежде всего, та, которая перевозится морским путем. Мы все являемся свидетелями того, что некоторые порты у нас в последнее время лишились части грузооборота, некоторые порты, наоборот, в определенной степени перегружены, и это говорит о определенном дисбалансе системы, которая сложилась по понятным причинам. И вот, в части транспортировки контейнерных грузов, коллега из компании «Дело», в общем-то, ее обрисовал. Если взглянуть на структуру российского экспорта, то в основном он состоит из насыпных грузов и жидких грузов, которые перевозятся определенными типами судов, и структура контейнерооборота в этих 800 миллионах составляет важную, но с точки зрения
там, если мы говорим про тонны, незначительная часть. И мы все хорошо знаем, что наша торговля, вернее, экономика страны экспорта ориентирована. И большая часть экспорта это как раз составляют наливные и сыпучие грузы. По номенклатуре коллеги все, кто сидит в этом зале, их хорошо знает. И вся система развития нашей транспортной стратегии вот в предыдущие десятилетия являлась значительными инвестициями в расширение объемов перевалки в портах, в расширение возможности подходных путей, то есть транспортировки грузов в и из портов со значительными инвестициями. Дальше это заканчивалось причальной стенкой с такой парадигмой, что, собственно, как бы так сказать, дальше этот вопрос решит рынок и, соответственно, был бы груз, перевозчик найдется. Но вот последние события показывают так, что перевозчикам тоже могут быть проблемы. И тут возникает естественный вопрос, что если все эти масштабные инвестиции сопровождались бы какими-то логическими мерами по обеспечению вот этого достаточно значительного объема торговли собственным тоннажом, то есть контролируем российскими судовладельцами, то, наверное, вот, элементы отказа от перевозок иностранными судовладельцами мы бы переживали легче, как страна. И стабильность морского экспорта и внешней торговли России, она бы значительно повысилась. Помимо этого, это бы позволило бы разрешить нашу извечную проблему судостроения, поскольку обеспечило бы дополнительными средствами как морскую отрасль, так и российское судостроение в виде заказов. И создался бы такой естественный экономический механизм по получению дополнительных средств на открытом рынке, который бы был бы дополнительным плюсом, в общем-то, к всей российской экономике. В этой связи, я думаю, что вот создание какой-то логической, ну, прежде всего, наверное, какой-то законодательной связи между объемом российского морского экспорта и участие, я не побоюсь даже слова, преференциального участия российских судовладельцев в этой торговле, он вот на нынешнем этапе, наверное, является острой необходимостью. Это позволит прежде всего придать большую устойчивость российскому экспорту. Это создаст естественный приток средств в судостроение, и между ними будет стоять российский судовладелец. И, наверное, вот такого рода законодательные инициативы, они должны в настоящее время быть поддержаны всеми участниками морской торговли. Мы, прежде всего, не должны забывать, что расширение участия российского флота – это дополнительный тоннаж, это дополнительные места, прежде всего, рабочие места. Вот для этих ребят, которые сидят в этом зале и слушают нашу сессию. Через несколько лет они будут выпускаться из мореходок, из морских училищ,
и, соответственно, будут ожидать, что российский флот или флот, контролируемый Россией, будет расти, будут появляться дополнительные интересные рабочие места, прежде всего на тех высокотехнологичных судах, которые должны обслуживать перевозки по Северному морскому пути, обеспечивать перевозки из основных экспортных российских портов, будь то танкера, газовозы, волкера или контейнеровозы. И вот в этом плане я думаю, что закон, который бы предписывал перевозить экспорт в какой-то доле на российском флоте, был бы сейчас как никогда к месту. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Игорь Васильевич, за ваши инициативы, предложения и комментарии. Далее я предлагаю поговорить о реальном соотношении потребностей судовладельцев и возможностей судостроителей в обновлении флота. Я напомню, что импортозамещение в судостроении – это был один из пунктов нашего голосования, за который активно голосовали участники президиума и гости в зале. Я хочу передать слово директору департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли России Борису Анатольевичу Кабакову. Да, добрый день, коллеги. У нас сейчас принято с легкой руки Дмитрия Анатольевича Медведева говорить технологическая независимость, все-таки не импортозамещение. Но действительно, это важный вопрос, и я за него, так сказать, проголосовал, но в принципе все те вопросы, которые, так сказать, были на голосовании, они все взаимосвязаны. Поэтому очень сложно выделить что-то из этого. Хотелось бы отметить, что у нас в настоящее время загрузка в отрасли достаточно высокая, потому что на 63 судостроительных предприятиях в разных стадиях строительства 297 судов, это уже с учетом заложенного сегодня ледокола. Но, конечно, у ряда судов существуют риски с соблюдением сроков строительства как раз из-за того вопроса, который вы поднимали. В настоящее время мы активно строим атомный ледокольный флот. Владимир Александрович уже про это говорил. В 2020 году построили головной ледокол «Арктика», в 2021 первый серийный «Сибирь», второй серийный «Урал» в 20-х числах ноября планируем передать заказчику и спустить на воду третий серийный универсальный атомный ледокол «Якутия». Четвертый серийный ледокол «Чукотка», срок сдачи его по контракту 26-й год. Но кроме этих судов у нас запланировано, как же Владимир Александрович говорил, и 5-6 серийные 4-2-0 и судно атомно-технологического обслуживания. Поэтому в этом плане у нас с Росатомом ведется большая совместная работа. В последнее время также мы уделяем большое внимание строительству рыбопромысловых судов. В настоящее время в строительстве 73 рыбопромысловых судна и в большой степени готовности 7 судов, которые мы планируем, надеемся сдать в этом году. Уже говорилось про строительство аварийно-спасательного флота по заказу Росморэчфлота. И в последние годы гражданское судостроение восстанавливает свои позиции, утраченные постсоветский период, по строительству пассажирских судов. Строимые круизные суда и модернизированные суда на подводных крыльях, и «Метеоры», и «Валдаи», и «Кометы» для Азово-Черноморского бассейна. И здесь надо отдельно отметить электрокатамараны, экобасы и для Москвы, которые планируется запустить в навигацию
в следующем году, и эко-круизеры для Санкт-Петербурга. Все время выпускаются грузовые суда «Река-море». Заходим в нишу крупнотоннажного грузового транспорта на судостроительном комплексе «Звезда». Портфель этой судостроительной верфи насчитывает 64 единицы, и верфь уже сдала первые два «Афромакса». Для оценки возможности строительства флота в России и наличия стапельных мест в условиях взрывного спроса нами ведется постоянный мониторинг перспективной потребности заказчиков в судах и параллельно смотрим за современным состоянием судостроительных мощностей. У нас ключевым документом является сводный перспективный план заказов гражданских судов до 35 года. И 18 августа на совещании у президента Российской Федерации нам поручено подготовить комплексную программу на основании этого сводного перспективного плана. Поэтому мы собираем потребности судовладельцев до 35 года, и нам для этого необходимы достоверные подтвержденные потребности компании. В настоящее время потребность в судах верифицированная, оценивается пока в 1200 единиц, но работа над планом продолжается, поэтому я думаю, что эти цифры у нас увеличатся, изменятся в большую сторону. С учетом, конечно, этой потребности, отдельный вопрос – это строительство крупнотоннажного флота, потому что мощностей в России, позволяющих строить такие суда, не так много. И по оценкам нашего института, Центра технологии судостроения и судоремонта, у нас появится дефицит в обработке металла в нашей отрасли. Поэтому то, что мы уже не один раз говорили, мы сейчас прорабатываем и поручение президента есть по этому поводу о создании новых судостроительных мощностей, позволяющих строить крупнотоннажный флот. Кроме того, у нас реализуются отдельные мероприятия по развитию судостроительных комплексов. Это и Жатайская судостроительная верфь в моем любимом Ленском пароходстве, Онежский судостроительный завод и Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка», модернизация северной верфи. И надо сказать, коллеги, что вот последнее время, видимо, маятник качнулся в другую сторону, потому что в советское время у нас пароходство владели, в состав пароходств входили и судостроительные, и судоремонтные мощности, то сейчас как раз и судовладельцы, несколько судовладельцев, причем это в разных, так сказать, это и рыбопромышленники, и это транспортные компании, реализуют свои проекты по созданию своих судоремонтных и судостроительных мощностей. Отдельно надо остановиться на лизинговой программе. Программа строительства флота, которую разрабатывала ГТЛК, включает в себя 404 судна. И мы сейчас верифицируем тоже эту программу, потому что она заявлена до 35 года, но мы сейчас смотрим трехлетний период и с Минфином отдельно прорабатываем, потому что там достаточно серьезные средства, которые предлагаются использовать Фонда национального благосостояния. Отдельно хотелось бы остановиться на унификации проектов судов, потому что как раз тот вопрос по технологической независимости, он заставляет нас принимать типовые
типовые технические решения. Мы разработали такую меру поддержки, как субсидии на выполнение комплексных работ по разработке, созданию, внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования. Надо сказать, что это то оборудование, которое не производится в Российской Федерации. У нас на базе ЦНИКУР существует центр судового комплектующего оборудования. Составлен каталог. Это 7 тысяч позиций, которые производит наша промышленность. Но по отдельным позициям здесь необходимы меры поддержки для того, чтобы это оборудование разработать. Ну, в принципе, Эвелина, наверное, у меня все. Единственное только, что каждый раз, когда я участвую в работе транспортной недели и смотрю на своих коллег, то вспоминаю, что когда механики и штурмана жили под одной крышей, у меня тоже была такая же красивая форма. Но, к сожалению, значит, все те задачи, которые перед нами ставит страна, приходится, значит, осуществлять без нее. Но ничего, это нам не мешает. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Борис Анатольевич. Действительно, время от нас стремительно убегает, поэтому, Ришат Дьясович, вас даже не буду спрашивать, за какой пункт вы голосовали. Очевидно, что это развитие внутренних водных путей компании «Водоход». В этом году, кстати, это и во многом и поддержал, и в том числе туристическую отрасль, я имею в виду круизные лайнеры и внутренние маршруты, которыми активно пользовались россияне. Я вас спрошу про другое. Вот скажите, зеленое судоходство, это экологическое, логичный вид там водного транспорта. Есть ли у него перспективы в нашей стране? Знаете, есть. И даже, наверное, это не перспективы, это уже реалии сегодня. Потому что мы на сегодняшний день уже строим 5 электрокатамаранов и 21 судно проекта «Экобас», которое москвичи и гости столицы в 2023 году уже увидят на Москве-реке. Но на самом деле ведь мы про бизнес, и изначально, с чего все начиналось, у нас в эксплуатации находится скоростной пассажирский и пассажирский прогулочный флот, которому уже более 40 лет, и мы понимаем, что жить ему осталось еще от сил там 2-3 года. Вот, и начали искать замену, искали техническое решение. Вот, к сожалению, то, что сейчас там коллеги упоминают, и то, что строится для пассажирских перевозках в других бассейнах, это суда на подводных крыльях, это не бизнес. Вот. Без субсидий они не живут. А когда ты находишься в обязательствах в течение как минимум 15 лет обслуживать лизинговые платежи, то это крайне рискованно. Поэтому мы вот все время находились в этом поиске и поняли, что на двигателях внутреннего сгорания в лобовую это никак не проходит. И в итоге пришли вот к такому решению, как электродвижение. Причина банальная. На электродвижение расходы на энергетику, если заряжаться в ночное время, в 20 раз ниже, чем на обычном топливе. Если заряжаться в дневное время суток, то это в 5 раз ниже расходы. То есть уже какая-то экономика получается. Поэтому мы приняли решение идти именно вот в этом направлении, сюда, на электродвижение, с аккумуляторами и с береговой инфраструктурой для их зарядки. Вот. Можно включить слайд просто, чтобы... Да, вот это вот один из 5 электрокатамаранов, который уже прибыл в город Красноярск, завершает ходовые испытания и в 2023 году уже начнет осуществлять как пассажирские перевозки между Красноярском и Дивногорском, так и прогулочные рейсы во второй половине дня. Еще 2 таких электрокатамарана в навигацию 2023 года начнут работать в Нижнем Новгороде и Перми, возможно, и в Ярославле. Вот дальше на очередь. Это вот так он выглядит. Вот это вот «Экобас», который в Москве будет эксплуатироваться. Вот. Это интерьер вот этого речного трамвайчика для Москвы. Вот, поэтому, если говорить о прогулочном и
скоростном пассажирском флоте, то мы видим его будущее именно в электродвижении. Кроме того, есть еще такая очень серьезная и ответственная тема, и, наверное, задача – это организация цивилизованного круизного туризма на озере Байкал. Вот, понимая, что просто так с обычным судном туда прийти, там это не совсем правильно, потому что это жемчужина мирового масштаба. Вот. И Б, то, что нету на побережье всего Байкала нету ни одного судостроительного завода. Вот. Поэтому вот мы сейчас активно прорабатываем концепт этого судна, гибридного судна на электродвижении. Очень приятно, что активную позицию заняла Республика Бурятия и Иркутская область. Причем вот сейчас даже, наверное, они нас больше пушат, торопят, чтобы мы быстрее выходили уже на какие-то конкретные решения и действия. Вот. В чем специфика судов на электродвижении? В том, что без участия с регионами или там, с федеральными органами это нереализуемо. Почему? Потому что вот в такой концепции бизнес инвестирует в строительство самого судна. Вот. Но нам необходимо, чтобы субъекты вкладывали средства в создание зарядной инфраструктуры, и там, где этого нет, причальной инфраструктуры. И скажу, что нас слышат, понимают, и более того, уже это сделано в Нижнем Новгороде, это делается в Перми, вот. Это сделано в Красноярске и в Дивногорске, поэтому... Вот то, что касается зеленого судоходства, это вот мы видим так. Где подзаряжаться, это был мой вопрос, но вы на него ответили. Действительно, экологичность – это одна из целей, одна из 7 целей, заложенных в транспортной стратегии, принятой Министерством транспорта. Но проводя аналогии с автомобилями, предположу, что электромобили – это вообще-то дорого. А электрокатамараны и круизные суда на электрической тяге – насколько это дорого, насколько это дороже для пассажиров? И как вообще изменился пассажир за последнее время? Какую динамику вы наблюдаете? Каковы его требования сейчас и ожидания от вас? Ну, давайте разделим тогда вот пассажиры прогулочного и там, скоростного флота. Там, насколько для них это дорого? Нет, я начал с того, что мы исходим из соображений бизнеса. Да, вот есть сложившийся рынок, есть тарифы, стоимость билета, по которым люди реально готовы поехать. Вот. Если билеты будут дорогие, то пассажиры не будут их не покупать. Поедут. Поэтому да. И говорим. То есть да. Это тоже нужно учитывать в вашей бизнес-стратегии. Да. Угу. А то, что касается вообще пассажиров речного флота, и здесь я хотел бы, конечно, перейти к пассажирам круизного флота, да, то тут очень такая позитивная, интересная тенденция. Вот начиная с 2020 года мы видим, как меняются предпочтения и интересы российских туристов. Ну, понятно, что пандемия, там были ограничения, особенно на выезд, и российские туристы начали просто поворачиваться лицом к туризму внутри своей страны. И для многих это стало откровением. Вот, соответственно, то же самое мы увидели и на речных круизах. У нас рост числа туристов, которые сходили в круизы на наших теплоходах в 2022 году составил 30%. Вот. И более того, как я уже говорил, это откровение для многих, и подтверждением того является то, что из 4 туристов, которые вновь зашли на борт, сходили в круиз, 3 обязательно возвращаются. Всегда. Это уже статистика, причем вот, начиная с 2020 года. Вот, ну и, соответственно, то, что 70% наших гостей – это уже постоянные клиенты, то это нас постоянно держит в тонусе. Мы, соответственно, вынуждены создавать какие-то новые, расширять географию своих круизов, да, поэтому там пошли на Байкал, поэтому пошли на Енисей. Мы вынуждены создавать новые объекты показа, новые пункты судозаходов. Вот, а за этим тянется все остальное. Да, там, если новый пункт заходов – это причальная инфраструктура, это наземный транспорт,
Вот. Ну, масса задач непросто, но они все решаемые, и самое главное, это интересно. И приятно то, что вот, самое приятное, это читать отзывы после круизов наших туристов, особенно те, кто первый раз ходил в круиз. Вот, и вот это вот откровение, что не ожидал впервые, что теперь я постоянный круизный турист. Это очень, конечно, приятно слышать. В концепции развития круизного туризма, разработанного Ростуризмом, принятым правительством, там стоит такой целевой показатель, это увеличение пассажиропотока на круизы в два раза к 2035 году. С учетом того, что в 2022 году в речные круизы сходило всего 340 тысяч человек, этот целевой показатель абсолютно достижим. Вот, а для этого нужно, наверное, там планомерно осуществлять несколько таких ключевых вещей. Это вот пролонгация туристического кэшбэка. Я понимаю, что это не та аудитория для того, чтобы этот вопрос обсуждать, но тем не менее, когда включается очередной этап кэшбэка, рост пассажиропотока сразу дает 25-30%. Хотя этот кэшбэк, он окупается. Но это на другой площадке, мы это докажем и покажем на цифрах. Вот. Это, безусловно, расширение географии, развитие причальной инфраструктуры необходимо для того, чтобы целевые показатели выполнить. Ну и строительство нового флота. Модернизация существующего и строительство нового флота. Ну вот, подтверждение слов, что надо строить, вот это уже не идея, это уже не концепт, это уже технический проект со степенью готовности 90%. Ну что, желаем вам успехов. К приятным отзывам можете добавить и мой. Недельный круиз по Волге стал самым ярким впечатлением этого лета для меня и для моей семьи. Действительно так. Ну и нужно сказать, что такие круизы становятся и драйверами для городов, и для региональных экономик, потому что это возможность организовать, там, развивать торговлю, сервис и так далее. Поэтому все в ваших руках, перспективы самые большие. Вот здесь действительно горизонт очень далекий. Захарий Тенгизович, я прошу вас подвести дискуссию. Времени у нас осталось немного для этого, но тем не менее, как вы будете продолжать работу с учетом всего сказанного сегодня здесь? Пожалуйста. Елена, спасибо. Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. С учетом времени за завершение нашей отраслевой конференции постараюсь быть кратким. Начну, наверное, вот в той последовательности, в которой спикеры выступали. Александр Иванович поднял, наверное, самый большой пласт вопросов, которые у нас есть. В первую очередь, это, собственно, транспортная стратегия, которая была утверждена в прошлом году. И в середине этого года мы, как бы сказать, критически смотрели на этот документ в плане того, что насколько он сможет выдержать, потому что было предположение о том, что тенденции становятся совершенно другие. И поэтому такой был критический прищур на транспортную стратегию. Но вот сейчас, когда мы завершаем год, мы видим, что те направления, те вызовы, которые были в этой транспортной стратегии сформулированы, они не утратили своей актуальности, стали, наоборот, наверное, более острые. Добавились, конечно, новые задачи, но, тем не менее, костяк остался. То есть мы можем так сказать, что как транспортная стратегия, документ испытания первым вот этим годом, наиболее волатильным, выдержала. И я бы вот такие вот параметры бы еще отметил, что морской транспорт по итогам 10 месяцев, которые мы имеем сейчас статистику, практически идет вровень с 2021 годом, что говорит о том, что сам морской транспорт работает надежно, стабильно. Внутри, конечно, там совершенно разные направленности и по грузам, сухим, наливным, это понятно. Но, тем не менее, в целом морской транспорт работает, несмотря на те потрясения, которые у нас в течение года происходили. Александр Иванович отметил о том, что на внутренних водных путях рост 7%. Я бы хотел бы, наверное, на этом отдельно остановиться, поскольку для реки рост 7% – это огромная величина. Если посмотреть внутрь этих 7%, то там будет видно, что на определенных бассейнах рост буквально кратный. Это говорит о том, что высокий потенциал, и, собственно говоря, что было очень приятно увидеть, что внутренним водным путям в нашем голосовании было уделено
максимальное внимание. В чем причина? Ну, мы всегда говорим, вызов – это и окно возможностей. В данном случае это такой наиболее наглядный пример с точки зрения статистики. Второй момент – к этому шли, наверное, в течение последних 6, а то даже и более лет. В 2016 году был Госсовет, было принято несколько решений. Со стороны государства начала наращиваться финансовая поддержка судоходству, внутренних водных путей в первую очередь, инфраструктуры. И вот, например, мы в следующем году, как говорится, не сглазить бы, практически дотянем до норматива содержания внутренних водных путей. Такого практически никогда не было. Наша задача будет, соответственно, не просто эту задачу обеспечить, но и, соответственно, ее протянуть дальше, а нашим администрациям бассейновым выполнить все эти задачи для того, чтобы судоходство, чтобы бизнес не видел во внутренних водных путях ограничения. Конечно, еще останутся инфраструктурные проекты, имеется в виду Багайские, Городистские гидроузлы, это перспектива ближайших нескольких лет, но вот буквально сейчас мы видим, что с рекой мы, как бы сказать, те усилия, которые были, они не пропали даром. И если посмотреть номенклатуру, которая, это как раз те самые массовые грузы, которые были, как бы сказать, визитной карточкой, которые были ровно теми, которые всегда река готова была подхватить и подхватить выгодно, быстро, массовые и дешевые грузы. Ну, имеется в виду инертные материалы, другие насыпные. То есть это ровно там, где как раз река наиболее конкурентоспособна. И очень приятно это видеть, что вот эти все факторы сложились, судоходные компании воспользовались такими возможностями и эти возможности использовали. С точки зрения след других задач, которые были в транспортной стратегии, там было отдельное направление, это развитие глубоководных терминалов морских. И мы тоже видим, что здесь попадание. В начале года был введен глубоководный терминал на Черном море. Сейчас мы видим, что он загружен практически полностью. Следом развиваются терминалы в Арктике, в Мурманске, в Российске скоро будет тоже начато строительство. И туда тоже наблюдаем высокий интерес грузовладельцев, которые стремятся как раз для своих грузов использовать глубоководные терминалы. И вот Борис Анатольевич еще о чем говорил, это крупнотоннажный флот. Глубоководный терминал, это, соответственно, должен быть обеспечен надежным, бесперебойно работающим, стабильным, безотказным крупнотоннажным флотом. И вот как раз, собственно, голосование у нас и получается, что это российский флот. Российский флот в данном случае это и контролируемый Россией, и под российским флагом, и развитие. Что касается коридоров, мы уже несколько раз проговорили про коридоры. Это фактически три коридора. Совершенно разные подходы как к управлению. Я со своей стороны подтверждаю, что те рабочие группы, которые в регулярном режиме собирались, они действительно помогают. Помогают, по крайней мере, даже в самом базовом, это обмен информацией, а в том числе и принятие решений о том, каким образом, где можно найти эти самые возможности. И благодаря, в том числе, этой работе мы имеем хорошие результаты на конец года. Для нас север-юг сейчас является наиболее интересным. Он, понятно, что, наверное, в объемах перевозок, в тоннах уступит другим коридорам на восток или Азово-Черноморский бассейн, но с точки зрения своего политического, геополитического потенциала, наверное, он самый высокий. Мы действительно занимаемся Волго-Каспийским каналом, и буквально стягиваем туда все возможные средства, которые только есть. Росморпорт направил туда практически все возможные. И плюс еще с администрацией бассейна внутрикованных путей 4 земснаряда мы, соответственно, привлекли. И на следующий год будем увеличивать там группировку. Действительно,
Задача 4,5 метра, проходная осадка. К концу года рассчитываем, что это будет обеспечено уже октябрь-ноябрь следующего года. Будем еще привлекать игроков из стран Каспийского бассейна, которые, соответственно, могут подхватить и предоставить высокопроизводительную технику. Там требуется огромный объем на углубление. Ну и плюс еще защитные сооружения для того, чтобы в будущем снизить эксплуатационный расход. И здесь бы я, наверное, хотел сказать, что мы видим такую закономерность, что вот такой диспут, который все время был, что вперед, курица или яйцо, то есть что вперед, дорога или грузы. И мы вот здесь в течение этого года хорошо наблюдаем, что логистика, инфраструктура транспортная, она будет определяющей для экономики. То есть там, где будут формироваться новые маршруты, собственно говоря, там и будут возникать точки роста. Особенно это вот хорошо наблюдается для ситуации с переориентацией контейнеров на Дальний Восток. У тех экспортеров, у тех отправителей или импортеров, которые были, скажем, на северо-западе, для них возникли новые ограничения в виде логистических. И то, что международные судоходные компании развивают сервисы, и российские судоходные компании развивают сервисы, связывающие северо-запад, новороссийск с азиатскими странами и Индией, это, конечно, очень-очень хорошо. Отдельно отметил бы Северный морской путь. Мы тоже думаем, что, конечно, он должен быть не пунктиром никаким, а толстой жирной линией, поскольку это, в первую очередь, конечно, для страны важный маршрут, независимый маршрут, где отсутствуют сторонние риски. Со своей стороны обеспечиваем строительство аварийно-спасательного флота, действительно стараемся по максимуму. Недавно докладывали об этом на Госкомиссии по Арктике. И нам приятно видеть, что те верфи, которые взялись за строительство в прошлом году, в относительно спокойном году, они практически в полном составе подтверждают свой план. Во-первых, никто не отказался от выполнения контрактов. Некоторые сказали о том, что у них будет сдвиг по срокам. Но он тоже понятный. Отказы поставщиков двигателя или рулевых колонок приводят либо к поиску замены, либо вообще к изменению технического решения. И вот за этот год мы эту всю работу провели. Соответственно, тот пакет из вот упомянутых 16 судов авиаспасательных мы сделаем. Следующий портфель, это мы уже с Минпромторгом наметим, как это будем делать. Здесь вот тот важный момент, это, о чем Борис Анатольевич сказал, это унификация и серийность. Это в нашем понимании будет залогом решения этой проблемы. И, наверное, в заключение хотел бы сказать о том, что мы всегда открыты к любому диалогу, и, соответственно, коллеги, я надеюсь, тоже со своей стороны это знают. Мы всегда готовы к любому взаимодействию и поддержке. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья и коллеги, нас уже просят, как говорится, освободить помещение для следующей дискуссии. Спасибо большое за этот диалог. Он, может быть, бы казался вам недостаточно открытым, но мы помним, что в условиях внешних угроз за нами наблюдают, за нами записывают и предлагают все время какие-то новые меры против нас. Самым главным, наверное, достижением этого года стало то, что мы перестали наших противников и врагов называть партнерами. Мы понимаем, что придется работать везде и по всем направлениям и делать это сами. Как говорил русский император, у нас два союзника, армия и флот. Флот не только военный, но и гражданский. От вас очень многое зависит для жизни и будущего нашей страны. Спасибо большое, успехов.